А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, также Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прыжки в высоту». Понимаю. Здорово, народ. Да, ребята, вообще-то ваша любимая рубрика, ваши любимые экспериментики и, соответственно, ребята, офигенные прыжки, которые вы обожаете. Если это так, то давайте просто все, кто сейчас смотрит, просто вот реально все поставьте лайк, реально. Вот тогда будет приятно, и мы посмотрим, насколько сильно вы любите данную рубрику. Ну, а правила все те же, спаним по одной тачке. Такое. Такое. Я вообще не вижу, что не лучше. У тебя не лучше. У меня получается Ford Ranger, у тебя какая-то малютка. Какая-то кроха. Понимаю. Ладно, давай попробуем как минимум прыгнуть. Прыгнуть как можно выше, как можно дальше. Ты загрузился? Я загрузился? Слава тебе. Че по скорости? Блин, ну ты быстрее, да. Ты явно был быстрее. Да, ты обогнал меня. Я врезался в прыжок. Понимаю, но у меня 80, слушай, всего лишь. Ну, 115 чистыми. А, ну это сильно, слушай, малютка реально показала неплохой так-то результатик. Понимаю, сразу сходу, ну окей, твой первый балл, мы переходим на второй раунд, спавни я две тачки Т3. Да что такое, Кадиллак? И сейчас будет какая-нибудь офигеть быстрая, какая-нибудь Ламборгини, какая-нибудь Эврока. Бентли. Твою мать, что за кусок? Говнище, так. Реально, ну потому что, это ну опасно. Как, это просто... О, хорошо! Ё-май, четвога. Пошёл ты! Просто... На логике, кстати, я еще ни разу не прыгал. Она же не летающая, кстати говоря. Тут... Ну, а хотя по скорости тут жестко будет. Она быстрая, да. Это, тут по скорости важнее. Все будет жестко. Ну ладно, попробуем, как минимум, ребята, второй раунд. И, ну, как говорится, плохие кони с места рвут. Плохие кони с места рвут, а... Кони, ведь Юрсай, думаю, должен проиграть сегодня нам, да? 120, кстати, прыгнул. А ты чё, сколько? Ты где? Юма, она летит. 255, нахрен. Охренеть, новые экстра баллы, плюс ко всему неплохой так-то прыжок от, собственно, Волги, ребята. Вот так вот бывает, окей, твой второй балл, а сейчас я буду спать себе Бугатти. Сам что ли? Бугатти! Ну, Феррари, ну, ладно, почти, такое себе. Феррари. А, Кадиллак, ладно, я, короче, Феррари возьму, да, выбора нету. Краб. Там Мерседес. Хуракан! Если сейчас это считается, Хуракан уже хорошо. Да, Хуракан, реально. Да, все считается, все считается. Да это просто что-то как-то везет тебе, у меня нитро надо заправить. Третий раунд подряд, и что-то как-то меня это напрягает, ты там сам не спавнишь, Алик, случаем. На самом деле, на этом испытании очень редко везет. Я замечал раньше. Ты чё на так это Феррари, ты чё? Вась, это же не Уракан. А, ты про него? И где ты? Я тебя не вижу, слушай. А 85 в моем случае прыгнула. 170? Нихера себе. Ну неплохо, слушай, вообще хорошо. Третий балл за Юркой. Три крутых тачки, три первых раунда. И это прямо что-то подозрительно, слушай. Так летающий, так, летающий не считается. О, турик, ну, это удаляем сразу. Но он крашит. Да, он. Ну, я не знаю, какой из них, но лучше удалить. Лишний раз, чтобы не вылетать. Так, и. Да. Крабик раз, считается. Ты говорил. Слышь, за то, что говорил, крабик считается, и вот Кадиллак тебе. Ну ладно. Кадиллак тоже хорошо. Кадиллак, так хорошо, смотрим, что у тебя. Ну и, конечно, несколько. Так, это что, это стандартное? Яга? А, нет, пенетратор вроде, да. БМВ. Бэх. Бэх. Колесо. Колесо. Колесо не поедет вообще совсем. Кстати говоря, это прикольно. Колесо на самом деле не выпадало, и на самом деле я бы на нем прыгнул бы. Как бы да. Так что, знаешь, что проблема? Он под нитро не доедет даже. Думаешь? Так, это, по-моему, тот эскалейт, который вроде как неплохо так-то едет. Я пока прыгаю. Но при этом скорость у него не сильно высокая. Но 270 разогнал. Ну, такое на самом деле. И прыгнул он, в общем-то, на 90. Слушай, просто на 90, даже удалим его. И давай смотри, что там у тебя. Такая бэха. Очень хорошо бодро набирает. Очень бодро набирает. 90 у меня было. А 270 на прыжке. За 300. Хорошо, 330 даже, да, это выше будет.
Очень хорошо ты прыгнул, ребята, да, 90 пролетел. Понимаю, 25. Четвертый твой балл, и как бы что происходит с рандомом, понимаю. Божечки, мне так, объясните мне, пожалуйста. Мне так везло на этом испытании только один раз, я помню. А это так, что такое? Феррари, это Феррари. Давай дальше. Это Альфа Ромео и Форд. Да, ну, Форд почти, понимаю, кстати, одно и то же почти. 163, а это, кто так, его знает, так у тебя получается пока стандартно. Альфа 216, так. Я на Альфе буду прыгать. Так, это тоже стандартно пока что. Да ебда. Так, первая машина. Камарес. Раз. Вторая. Тоже какой-то странный. Порше. А чё? Ух ты, нихера, а чё такое? Интересно, Порше. И третий рейнджер. А чё за Порше? Понимаю, ну неплохо, кстати говоря. Выбирай там. А у меня даже нет нитро. Хорошо. Серьезно? То есть ты хочешь сказать, что да, он сейчас порвёт мою такое. Тачку? Ну, давай проверим, как минимум я нитро уже установил, и я готов уже спускаться. Попробуем, ребята, я очень надеюсь, что, в общем-то, я наконец-то должен уже тащить, как бы, и тачка вроде подходящая, прикольная. Вот, и по разгону должна, так, в общем-то, раз. Меня порадовать. Да-да-да, хорошая. Я максимально не знаю, что за Порш. Он бешеный. Хорошая, смысле, хорошая, это хорошая. Что, это ой, летит так хорошо. Блядь, тяще. 165. Сколько скорость была? А 300 с чем-то. 340. Он легкий, походу. Это что, это новая тачка? А, так она давно уже была. Серьезно? Ну, смотри, слава богу, я выиграл. 140 у меня там было. Фу! Понимаю. Отлично, ребята! Интересный отлично! Порш, бесшумный, отлично! Абсолютно. Даже не 140, а 165 у меня было. Слушайте, ну первый мой балл 4-1, и время, как говорится, пострелять между нами. Пиф-пиф. Так, паф. Это такое себе. Такое? Сидрагира! Рандом, я тебя сильно. Обожаю просто, ребята. Тайм-кодик и напишите обязательно, сколько думаете читов сегодня нам выпадет, потому что это очень круто. Она побьет, даже 600, думаю, возьмет. Ну, попробуем, посмотрим. Я вылетел идеально. А на ней мы, по-моему, даже не прыгали, но... Прыгали, фу, один раз точка. Была, помню. 275 всего лишь, прикинь. Серьезно? Серьезно, 275. А у тебя тоже очень хорошо прыгнуло. Сколько у него было? 255. Я на двадцатку перебил ее, получается. Новый экстра балл, ребят, очередной мой балл. И это уже 4-2. Переходим на седьмой раунд. И прямо сейчас так спавню. Три тачки, так, пока нет ничего. А ну-ка. Дай-ка мне еще какой-нибудь чит, пожалуйста. Блин, Либератор, не считай. Так, эрека хорошая. Пока не вижу, что там у тебя. Блин, гелик. Шестая РС-ка хорошая. Так, это пока херня. Nissan и Морган. И... пока непонятно. Mm-hmm. Третья тачка. О, А45-я. Лучше, ну, чем, мне кажется, чем все остальное, потому что это по скорости 148, а здесь по скорости 179. Да. Возьму, пожалуй, я его, точнее, ее, и давай попробуем. А у тебя РС-очка, да? У меня тоже интересненькая машинка. Да, да, тоже интересно. Посмотри, как летает, она прыгнет. Кстати. Ну, она проверим. Хорошо, это я точно знаю. Ну, а высоту по-разному тачки-то прыгают, потому что тут нет уже второго нитра. Поэтому... Ну да. 280... Да, а, не, какой 240 на прыжке, вообще плохо. Ну, то же самое, ну, вообще чуть плохо. Лучше, чуть лучше. 85. Ну, я легкий. Я просто легкий, 85 я... и 130, да, у тебя было. Ну, хорошо, хорошо, слушай, я на самом деле расстроился, потому что А-класс что-то вообще подсдал позиции, хотя мог, в принципе, неплохо ну так-то да. вылететь. Слабовато, ладно, окей, согласен. Это твой балл, это получается 5-2, мы переходим уже на восьмой раунд. Фордец, опять он? Опять он? Это считается? Ну, считается, что, наверное. Нет, он не прыгнет. Ну да, он вообще не полетит же. Так, и, ага, BMW, кстати говоря. Возьму BMW, пожалуй, выбора нету, точнее, выхода нету. У меня летающий Камонтач. И Ford. И FGT. Ну, конечно, Контач. Тут понятно. Ну, попробуй. Попробуй, как говорится. О. Чё, а чё бы нет. Там 1500. Так, у меня на самом деле поэтому... заряженная М3. И если бы это заряженная М3 меня бы сейчас порадовало, было бы вообще замечательно. Давай, 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 Денис, давай до позиции. Ну, почему ты? Под конец просто на прыжке на самом. Уже 230 они рисуют. Вижу тебя. Плохо вообще. 90. 70, да, или 8? А, 90. 90 получается. Ну, Контач должен дать жару. Правда, скорости. Но он не скинул так, как я скинул аж до 240, как бы логично.
Ну да, ну, да, 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 он летает, почему бы нет. Слушай, ну, хорошая машина, что-то тебе завозят, да. Очень хорошая машина. Давно такого не было, серьезно. Угу. И, кстати говоря... Чуть с тобой не забрал контач. Не-не-не, мне не нужен. Кстати говоря, я думал, что рандом все-таки расчехлится сейчас, но что-то 6-2, это уже сложно побить, так Бугатти, но не та. И... Да, такое. Каскалоид. Кстати, может на этот раз хороший. Porsche, херня, Одиссей, троллит херня. Собака. Троллит корвет. А, мне надо поставить нитро. Ты взял корвет в итоге, ну давай попробуем, да. Проверим, так скажем. Так, ладно, я надеюсь, что Бугатти... Это нитро, ну, вообще фаплянская Бугатти, она 200. А у меня нитро мало, так ладно. Ну ладно, 280 разогнал, а... А, ну 280 неплохо, ну, не корвет-то не факт, не, скинуло, скинуло. Скинуло, жестко скинуло, но при этом она полетела... Переезде, да? Плюс-минус, да, неплохо. Ну, 105 у нее есть, как бы, 105, это, ну, тоже хотя хорошо. Бы, да. Да, у Корвета интересно посмотреть, что так. Будет сейчас. Корвет не знаю, если честно. Вообще не знаю. Девятый раунд хотелось ничего. Бы забрать, потому что, ребята, 6-2 еще тащится, а если будет дальше, ну, это мне уже кажется, все. Нет. Как бы, ой, хорошо полетел. Лёхи, смотри, лёгкий. Да, да. Как и каунтач получается. Блин. А скорости, слушай, были меньше. Тебе просто все тачки завозят либо легкие, либо летающие, либо прыгающие. 7-2, это что такое, блин? Да нет, нормальная так. Тачка, ты падла, ты редкостная, программная. Сам ты падла. Да, да не ты. Я говорю про этого, про рандом этот сраный, который не выдает особо. О! Дракс, хорошо. Интересно. Так, хорошо, выдал. 2-3. Нехорошо. Да, нехорошо выдал. Все мимо. Такое. Ладно, пробуем. Драгстер, это я даже не знаю, что достаточно брать, неплохо. 400 будет? Да какой на 350? Ну тоже неплохо, 350. Слушай. 350? Ну хорошо, да. Да, тоже неплохо. У меня даже сейчас ударится. Нет, но я не долечу. До не ударился. До я цепанулся, этого. Короче, от платформы, 150 я преодолел, мягко говоря, чуть подпустило, но вот тут будет. Так, ладно, 155, смотрим, что там у тебя. Но я не думаю, что Porsche прыгнет так хорошо, как Драгстер, потому как, да, и по скорости что-то он вообще не набирает. Ну да, да, Фуфляндии. 250 всего лишь. Не-не-не, тут ничего ты не сделаешь. Даже 80 не будет, думаю. 200 даже на прыжке было. Ну и... Ну да. 65. Понимаю, ну неплохо. А, это получается 3... Сколько? 3-7 по баллам, ребята. Да. А, 10 раундов позади, осталось всего 5. И если я сейчас все 5 вытащу, я победил. Интересно посмотреть, ну... будет ли так. Так, ламба. А, это не то, это полицейская, это говно, а не ламба. Бентли. Ну и Бентли. А-а-а, ну мне бы воронет, то надо брать ее. Да, а что, она нормально ехала? Так, Бэх, да, конечно. Она ехала-то нормально. Ну, а у меня выбора нету, Бентли точно не поедет, Бэха и Рапид. Ну, я думаю, должен же у Бэхи я выиграть сегодня-то, а? Очень хочу на это. Кстати, раньше времени не пляши. Старые такие Бэхи, они темные лошадки всегда. Да? 280. Слабо. Скинуло. Очень скинуло. Ну, у меня хуже скорость, не. 100. 100 есть. 100? Ну, а если быть точнее, 95, у меня там дырка. 85, 80, 85, 90... А, не хватило чуть-чуть! Отлично! 4-7. Отлично. Переходим на 12-й раунд, ребята. Снова 3 тачки. Меня это радует пока что, знаешь, вот прямо интересно. Даст ли выиграть, интересно, это посмотреть. Это может быть все что угодно. А, ГТР так, не и... вижу, что на второе. Волтик, но нам нельзя брать Волтик. Да, нам нельзя брать Волтик, к сожалению. Так бы я бы его так, взял бы. С китайской, еще что-то не вижу. Понимаю. А, это Зион какой-то, подожди, это Зион вообще. Это типа замененка или нет? Не вижу вообще. Ну, если я не вижу, значит да. Значит, 169. Ну, не замененка, а нормальная тачка. Я бы 169 видел и 164, Дракстер. Я даже не знаю. Ну, возьму его, цепляется, пожалуй. Слушай. Хотя а я на нем прыгал брать. Вроде у тебя. Кого? Ну, типа, если цепанешься, то это все, проиграл. Тут сам смотри. Ну, либо переспавни, либо, да, просто одну переспавни тогда. Бугатти, просто как типа бы... на минималках. Давай. Вижу. Блин! Ну, такое. Он хороший, интересно, или нет? Vision нет. А, не. Vision плохой. Хороший не может по определению. Я понял. Короче, пробуем, ребята, смотрим. Надо выиграть сейчас. А что у тебя там? Нитро кончается. А, кстати, у меня тоже нет.
разогнала хорошо, но подскинула. Ну ладно, допустим, скорость хорошая была, я думаю, что оставлю в таком сколько? Темпе. 115 разопрыгнул. 115, у тебя что? Давай смотреть. Давай. Боже, я на самом деле так напряженный, потому что, ну, очень хотелось бы выиграть. Если сейчас будет 5-7, это будет прям хорошо, а если не будет, то это будет плохо. Но он какой-то тяжелый у тебя, я смотрю. У него под капотом было хорошо, но ей тяжеловато. Кое-как... Не, сбросил скорость, тяжелый. Ты выше прыгнешь. Сколько у тебя было? Нет! Нет, я за 115 у меня было. Отлично, 5-7. А, ну нет, далеко. 5-7, 12 раунд за мной, пока... идем на 13-й. А, давай, давай, давай. Насыпь мне, дай выиграть. Рандом, рандом, рандом. Говно. Не вижу, что там за говно? Ёпта! Че, треть? Бэха? Ёпта, даже не знаю, что лучше. Это новое? Че это? Это новое какое-то. Вылетел, нет? Да, ты вылетел, вылетел. Так, Юрец вернулся, отлично. Смотрим, что там у тебя. Блин, Бэха это сильный, конечно. А я выбрал Бэху, потому что Бэха, по идее, она ну, сравнима с читами плюс-минус. Ну, почти. Камри. Я думаю, что будет очень хороший претендент. Ёпта. Слушай, знаешь что, они ни та, ни другая не полетит, возьми просто свой гелик и сравним, какая из тачек будет быстрее, ну и выше точнее. Просто мне интересно самому. Я взял, конечно, Бэху. Я не думаю, что какая-то из твоих перепрыгнет, но мне интересно, кто из них будет лучший. А вы, ребята, ну прямо давай. Сейчас напишите, кто же заработает балл, Бэха все-таки или гелик. Прямо вот возьмите и напишите в комментариях. 205. Сколько разогнал? 400 что-то было. А, высота 205? Да, высота 205. А у тебя что? Это мой балл, это уже радует, как бы, ребята. 6-7, остается 2 раунда. Просто 2 раунда. Идеально. Просто под начало, как говорится, плохие кони с места рвут. Но важен же результат. Ну, что-то он слабовато разобрал, разогнался. Ну да, но он летит, конечно, хорошо, потому что легкий, но не хуже. Я на 190 да, прыгнул. Слава богу, хорошо, что взял Бэху. Ладно, в любом случае, ребята, это не может не радовать. Предпоследний раунд, 3 тачки я спавню, смотрим, мы готовы. И давай спавню, карьера, 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 моя карьера. Это что такое? Какая-то хрень вортекская. Слушай, ну, возможно, из-за того, что я сейчас вылетел, рандом тебе выдаст. А, не то, короче, карьеру беру. Не особо. Да, и у тебя Nissan 370. Окей, давай попробуем, посмотрим. Ну, карьера это хорошо, да, она всегда была быстра. Шустра. Ну, да. Близка к победе. Еще же экстра балл мой. Херенно. Это уже, считай, если ты сейчас... Сколько вот у тебя разгон был какой? 125 я прыгнул. Да слабовато. Не, недалечо. Отлично. Ну, ребята, 7-7. 65. 7-7. Последний раунд, да и за мной экстра балл. Тут уже либо ничья, либо же все-таки моя твердая победа. Да ладно тебе. Хорошо. Нихера тебе завезло так-то реально несколько раундов подряд. Блин, прикольно. Мне интересно, кто-то остался до этого момента, кто-то видит мой триумф. Напишите в комментариях, потому как... Триумфа еще нету, но это было неплохо. Многие, возможно, уже ушли после первых раундов. Но все же, есть ли кто-то из преданных? Да, отзовитесь. 195. БХМ-3. Ну, плюс-минус такой, неплохой тоже. Братан, ты знаешь, что под капотом у демона? Знаю. 290. 290. Понимаю. Я же говорю, триумф просто завезло. И, а вот что, ребята, разорвали мы юрца в клочья просто. Отлично. Да, 300. Рандом странная штука. 350. Ну все, как бы, ребята. Ну и как вы видите, это получается 8-7. Я не думаю, что твоя тачка полетит за 200, потому что у меня 220. Ну, это очень жестко. 305 разогнал, но тяжелая бэха. Да. И в итоге... Да, 90. Понятно, 90. Ладно, ребята, получается, что это... 8-7, а плюс экстра 9-7 и моя победа. Спасибо всем огромное за просмотр. Такая вот серия интересненькая. Всем удачи и всем пока, друзья. Пока, ребят.